По поводу рекламы, сейчас в Россию все приходят новые технологии, да, то есть real-time bidding, ретаргетинг, какие-то такие, ну, полуэкзотические вещи, которые в США там были актуальны 6 лет назад. Мы как бы это потихоньку копируем, но то, что мне нравится в российской, не нравится в российской рекламе, то, что с точки зрения технологичной мы дотягиваем, но с точки зрения креатива, да, креатива, суть этой рекламы, то есть мы здесь, ну я не знаю, на 5 веков просто позади. Потому что тот уровень креатива и рекламы, который есть в Штатах, он несоизмеримо велик. Вот, допустим, скандальная реклама Донстроя, да, то есть они написали на двух каких-то баннерах в Москве, скидок нет, а Деда Мороза нет, а скидки есть, понимаешь? Вот это простая вещь. И при этом мне говорили все радиоканалы, там «Говорит Москва» и куча других, какой вот этот скандал, что это травма для детей, что какая-то Донстрой говорит, что Деда Мороза нет, как бы бедные дети и так далее. Ну, как бы дети вообще, они копируют родителей, они не смотрят никуда на внешнюю сторону. И очень мало такого, на самом деле, полускандального, интересного, веселого, креатива, позитивного, иногда полезного. Очень мало. То есть очень много технологий занимается, но очень мало сути. Души мало, искренности мало.